Давайте попробуем пойти в самое начало. Здесь мы видим очень много триолей. Что вообще такое триоль? Если, так сказать, по законодательству музыки, по правилам, у нас каждая нота делится на два, то есть целая — это две половинные, одна половинная — это две четверти и так далее, то триоль делит нашу ноту искусственно не на два, а на три. То есть в одной половинной будет три четверти, в одной четверти у нас будет три восьмушки. Да? И это нужно для того, чтобы добавить больше красок и именно разнообразия в наш ритм. И как это будет звучать, если у нас идет так? Раз, раз, два, три, четыре. То триоль будет считаться так. Раз, два, три, четыре. Нам нужно, они будут чуть-чуть короче, чем восьмушки. Давайте попробуем с самого начала, и, может быть, тогда будет более понятно. Значит, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И тут, смотрите, внутри триоли как бы еще четверть. То есть вот эта нотка у нас будет две, раз, два, а это будет три. Это будет одна, а это будет две. И у нас получится так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Но мы не будем считать вот этот раз, два, три, раз, два, три, потому что очень мелочно получится. Мы просто будем считать сильные доли. Раз, два, три, четыре. Потому что на размер четыре четверти. Давайте еще раз я вам это сыграю. Смотрите, вот этот момент очень важен. Если вы его, так сказать, схватите, то все остальное по ритму будет просто. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пауза. Давайте посмотрим дальше правую руку. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и что у нас с левой рукой? Левая рука, идет у нас нотка фа. И
вот обратите внимание, сразу же я вам говорю про вот этот вот пунктир. Нотка фа, она должна приклеиваться к следующей ноте. То есть следите за тем, что вот вы играете фа до. То есть эта нота фа, она принадлежит не здесь, несмотря на то, что сверху стоит объединяющая палочка, а она принадлежит как бы к следующей ноте. То есть раз, два, три, четыре. И не дай бог вам сделать вот здесь вот паузу, да? Подвисание и дальше нота. Нет, уж лучше вы перед этой нотой фа сделаете паузу, чем после нее, чтобы у нас было так. И это правило работает во всех вот таких вот мелодических рисунках. Посмотрите, у нас еще в раз, два, три, четыре. В четвертом такте такое же есть. Раз, два, три, четыре. Да, эта нотка соль, она как бы соль туда. Ну, соединяем двумя руками. Конечно, мы все с вами так просчитываем, но все равно, когда вы будете играть, опирайтесь на свой слух, и вот эти вот, это вот рубато, это такой термин в музыке, который ввел Скрябин, оно как нельзя лучше сюда подходит. Рубато — это такой, то есть, в такой свободной игре. Так, коротко, что я хочу сказать о том, что несмотря на то, что тут все триоли, четверти, вы имеете это в виду, но вы можете немножечко так варьировать в рамках, конечно же, доступного. Первая строчка есть. Вот это вот у нас арпеджиато, да, я забыла сказать. Мы играем вот эти вот нотки и постарайтесь подсветить эту нотку соль. Соль там. Идем дальше. Давайте я буду правой по строчке. Раз. Повтор. В левой руке тоже та же самая схема. Давайте дальше. Левая рука все похожее, только там немножечко изменяется пунктир. Вот в правой идет изменение, но буду играть вместе. Что вот эти вот очень странные аккорды, почему они так написаны? Просто потому, что все нотки, если бы мы писали вот таким вот столбиком, как снеговичком, они бы не влезли. Поэтому их немножко расплющило вот так вот, и они выглядят вот как гроздья винограда. Кстати, хочу сказать одну такую добавку о том, что вот вы играете мелодию, вот давайте посмотрим 10-й такт. Это у нас мелодия. А потом идет маленький проигрыш, то есть второй такт вы правой рукой играете намного тише. Потом снова мелодия ее ярче. Потом снова такой как бы такой фон. И у вас идет такое чередование: мелодия, фон, мелодия, фон.
Поэтому это имейте в виду. Переходим дальше к следующему такту. Фон. Мелодия. Мы завершили с вами куплет. Что еще хочется сказать? Вот когда вы играете вот этот вот фон, все равно старайтесь, чтобы верхняя нотка, вот у нас самое главное, были вот эти вот рамки. Это очень важно. То есть всегда, когда мы играем какое-то музыкальное произведение, неважно, это классика, либо попса, вот именно вот рамки, гармонии, они всегда высвечиваются чуть-чуть поярче, да? А наполнение, оно уже составляет всю вот эту вот гармонию прекрасную. Тут очень интересное такое место. Мы здесь будем делать крещендо постоянное. Вот, то есть, давайте я сыграю эту всю строчку на будущее. Потом пошел у нас куплет. То есть нам нужно сделать такой прям накал. Пауза. И идем к куплету. Смотрите, можно играть аппликатуры. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И потом вот так вот. Либо подложить пальчик. Я не знаю, как вам удобно. Посмотрите, как вам будет удобнее. Помним, залигованная нота второй раз не нажимается. И у нас получится так. Раз, два, три, четыре. Давайте только левую посмотрим дальше. Раз, два, три, четыре. Правая. И дальше. Ну что, пробуем соединить двумя руками медленно. Постарайтесь, когда играете правую руку, чтобы она была более подсвечена, потому что в левой руке вы даете бас, бам, а наполнение тихонечко. И переходим уже чуть-чуть осталось. Мы с вами огромные молодцы. Я вообще очень сильно восхищаюсь людьми, которые вот просто открывают YouTube, учатся, развиваются. Потому что знаете, что сейчас из-за того, что так много информации, так много всего. Вот мне казалось, когда я... Ладно, это никому не интересно, но я хочу сказать, что вы реально молодцы. И вместо того, чтобы смотреть какие-то бессмысленные тиктоки, вы сидите и разбираете, и обучаетесь. Пробуем дальше. Левая рука. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и правая рука, вот этот аккорд у нас тянется с той строчки. И пробуем дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, два.
три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Ну, собственно, повторение, да? Ну, все равно, давайте его сыграем. Тянущийся аккорд с прошлой строчки. Раз. Знаем. И вот тут у нас такое как бы дополнение в самом конце. Немножко мне сложно было найти правильные ноты, как написать это дополнение, но я думаю, что это будет звучать тоже неплохо. Правая рука. Снова от соль формула. От фа. И от ми. Все спускается на одну вниз. И от ля. Последняя соль. Мне бы еще научиться говорить и играть одновременно, вообще было бы не жизнь, а сказка. Ну и давайте соединим две руки вместе, вот это окончание. Так, давайте сюда. Давайте я попробую повторить весь припев, как он будет звучать. Так. Милый разбор получился. Хорошо. Что еще хочу сказать по поводу педальки? По поводу педальки я бы нажимала у вас... Смотри, какой у вас инструмент, конечно же. И если у вас электроны, то, возможно, вам подойдет одна педаль на весь такт. То есть нажали. Держим, держим. Поменяли. Все это держим, 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 меняем. Если у вас настоящий инструмент, возможно, вам придется менять два раза в такт. То есть это тоже зависит от акустических данных вашего фортепиано. Фортепиано. Кстати, как вы называете, фортепиано или пианино? Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я вечно не знаю, как удобнее людям воспринимать это слово. Фортепиано, пианино. Так что так. Ну все, рада была вас видеть, рада была тому, что вы разбираете нотки. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, Телеграме. И
До скорых встреч!